Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостями республики Умар Тикеев. И вот некоторые события. В 23 школах региона полным ходом идут ремонтные работы. Более 66 тысяч жителей Карачаево-Черкесии до 2025 года обеспечат качественным водоснабжением. В республике появится первый молодежный проектный офис. Экспорт молочной продукции из нашего региона вырос на 242%. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по готовности системы образования Карачаево-Черкесии к новому учебному году. Отмечено, что в текущем году начался капитальный ремонт 23 школ. 18 из них по плану будут сданы в текущем году. Закуплено оборудование для классов, актовых и спортзалов, а также пищеблоков. При приемке особое внимание нужно обратить на антитеррористическую защищенность объектов образования, оснащение учебниками, подчеркнул Тимрезов. В этом году для обновления фонда учебников мы направили почти 12 миллионов рублей из республиканского бюджета. Кроме того, он обозначил важность организации школьного питания и постоянный родительский общественный контроль за организацией этого процесса в школах. В 23 школах Карачаево-Черкесии полным ходом идут ремонтные работы. В этот список попали те образовательные учреждения, которые капитально не ремонтировались со дня открытия и требовали для приведения в порядок существенных финансовых вложений. Они были получены по народной программе партии «Единая Россия». На днях мониторинговая группа ознакомилась с ходом ремонтных работ в школе номер 1 станицы Зеленчукской. Комментирует информацию член Совета Федерации России от Карачаево-Черкесии Крым Казаноков. Работы ведутся на высоком уровне. Высококлассные строители, подрядчик, заказчик каждый раз общаются, какие-то вопросы на месте решают, и строительный процесс идет по плану, хорошо по плану. В 19 школах Карачаево-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Для работы центра будет выделено отдельное помещение либо зона в рекреации. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. В программе «Модернизация системы образования» есть 4 основные задачи, 6 мероприятий. И одним из мероприятий идет как раз открытие центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, вот подобная зона рекреации для детей-активистов – это российское движение школьников, это представители движения «Юнармия», это различные, может быть, школьные спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. И надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. Более 1400 социальных контрактов заключено в Карачаево-Черкесии органами власти с жителями региона в первом полугодии. Предварительный план на этот год предусматривал реализацию почти 2000 подобных соглашений. За 6 месяцев текущего года финансовую помощь на развитие личного подсобного хозяйства получили 417 человек, а на открытие собственного дела – 449. 380 контрактов жители республики заключили с органами соцзащиты для преодоления трудной жизненной ситуации. Для поиска работы – 160. Более 66 тысяч жителей Карачаево-Черкесии обеспечат качественным водоснабжением до конца 2025 года. Активными темпами идет строительство Карачаевского группового водопровода, что позволит обеспечить чистой питьевой водой около 27 тысяч человек, жителей 11 населенных пунктов республики. Работы по строительству систем водоснабжения ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда».
Кроме этого, в Карачаево-Черкесии строят еще два объекта водоснабжения, которые обеспечат чистой питьевой водой 15 населенных пунктов Хабесского, Абазинского, Адгихабльского и Ногайского районов. Вместе с тем ведутся работы по строительству объектов водоснабжения и очистных сооружений туристско-рекреационного комплекса «Тиберда-Дамбай». Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Дамбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Текиев. Инвестиционный проект развитие Дамбая предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс, общая протяженность 17,4 километра. Это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны внебюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры. Это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона. Мы знаем, что там создаются очередя, и эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Дамбая. Поэтому Дамбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. Представители турбизнеса Карачаево-Черкесии смогут повысить свою квалификацию. Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» запустил бесплатную онлайн-программу для работников гостиниц. Каждый из образовательных модулей содержит видеоматериалы, подготовленные экспертами, обязательные задания для самопроверки в конце каждого видеоурока, а также методические материалы по каждой теме. Подробности можно узнать на сайте Ростуризма. В ближайшее время в республике начнет функционировать первый молодежный проектный офис. Сейчас организаторы готовятся к открытию, намеченному на август. Его задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений, сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшулов. Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, то, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты. Это будет плюс республике, потому что все грантовые средства привлекаются в республику. С 9 по 15 августа Высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей на реализацию своего дела. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Подробности сообщил директор форума Расул Динаев. Участниками форума станут 100 активных ребят со всех субъектов СКФО и Адыгеи. Поскольку форум посвящен 100-летию Карачаево-Черкесской республики, поэтому мы помимо субъектов СКФО добавили число участников ребят из Адыгеи, потому что там тоже 100-летие. Организаторами форума выступает Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкесский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодежи и Высокогорный креативный кластер. Экспорт молочной продукции из Карачаево-Черкесии вырос на 242% по сравнению с прошлым годом. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина.
За 6 месяцев Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора на территории Карачаево-Черкесской республики проконтролировало около 800 тонн молочной продукции для экспорта в Абхазию, Казахстан и Азербайджан. Продукция имела необходимые ветеринарно-сопроводительные документы, оформленные в системе электронной сертификации «Меркурий», и соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. Больше всего молочной продукции вывезено в Абхазию. Туда направлен широкий ассортимент продукции – масло, мацони, кефир, каймак, йогурт и молоко. В Казахстан отгружаются мацони и кефир, в Азербайджан – сметана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт продукции увеличился на 242%. Полицейские Карачаево-Черкесии оперативно разыскали потерявшуюся в лесу пенсионерку. Сообщение о потерявшейся в лесу Урупского района Грибницы поступило в дежурную часть Зеленчукского района от 52-летней жительницы села Курджинова. Заявительница сообщила, что к ней приехала погостить 59-летняя знакомая жительница Краснодарского края. И они решили пойти в лес по грибы. Это занятие настолько их увлекло, что они разошлись в разные стороны, изредка окликая друг друга. Спустя некоторое время женщина стала звать подругу, но та не отвечала ей. Полицейские прочесали около 4 километров леса и обнаружили пропавшую пенсионерку в районе 213 километра автодороги Майкоп-Зеленчукская. Возбуждено уголовное дело о нарушении авторских прав при проведении незаконных азартных игр в Черкесске. В мае текущего года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции был выявлен местный предприниматель, организовавший подпольное казино. Оно было ликвидировано, а организатор нелегального бизнеса приговорен судом к принудительным работам. Изъятое игровое оборудование было направлено на исследование, в ходе которого выяснилось, что на нем было установлено контрафактное программное обеспечение для игровых автоматов. Правообладатели программного обеспечения подтвердили, что разрешение на переработку собственных игр и на их использование они не давали. Причиненный им ущерб превысил 2 миллиона рублей. Вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторное вождение после лишения прав. Введены высокие штрафы, уголовные наказания и конфискация машин. Подробности сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Так, статья 12 прим. 7 КУАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», дополнена частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителем, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья, статья 264 прим. 3, которая устанавливается ответственность за управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, ранее лишенным право управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством по части 4 статьи 12 прим. 7 КУАП РФ. То есть наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. В Карачаево-Черкесии растет число случаев телефонного и интернет-мошенничества. Аферисты постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых людей. Например, злоумышленники предлагают обменять кэшбэк на рубли или убеждают жертву оформить кредит, а деньги переводят на свой счет. Как противодействовать интернет-махинациям, рассказал управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Для этого они запрашивают у человека данные карты и смс-коды, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услуги. Однако, получив эти сведения, злоумышленники крадут деньги со счетов граждан,
Если вам поступил такой телефонный звонок, прервите разговор, самостоятельно перезвоните в кредитную организацию и выясните всю информацию, которая вас интересует, в том числе и по вопросу кэшбэка. Не сообщайте незнакомым людям данные своей банковской карты, номер, срок действия, трехзначный код на оборотной стороне карты, пин-коды и смс-пароли. Не вводите данные банковской карты на непроверенном сайте. Не используйте одинаковые пароли для входа в свои аккаунты на различных сайтах. Не переходите по ссылкам в письмах от незнакомых пользователей. И установите на все свои устройства с выходом в интернет антивирус и регулярно поддерживайте его в актуальном состоянии. Спасатели Карачаев в Черкесии рекомендуют руководителям туристических групп и отдельным туристам регистрировать свои маршруты в территориальных подразделениях МЧС России. Сейчас эту процедуру можно пройти онлайн, заполнив заявку. Спасатели ознакомят с необходимой и достоверной информацией о потенциальных опасностях на маршрутах, поделятся информацией о гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемых маршрутов, проконсультируют о безопасном прохождении, разъяснят правила личной группы безопасности на маршрутах, помогут проверить личное снаряжение, средства связи, сигнализации, маршрутные документы, подбор продуктов питания и медикаментов. Байкеры из мотоклуба Golden Eagle провели мотопробег по республиканской столице. В нем приняли участие и байкеры из Ставропольского края. Участие в мероприятии приняли представители рок-сообщества республики. Об этом рассказал веб-секретарь клуба Сергей Карданов. Собрали мотосообщество, мотобратство, провели мотопробег по городу, мотоджимхан на территории площадки Дирвейс. И мы хотим показать нашему местному населению, жителям Карачаева-Черкесии, что в городе есть неформальное движение, неформалы, любители рок-общества, рок-музыки. Тем самым мы объединились, рок-сообщество и мотоклуб Golden Eagle и вообще все байкерское движение. С 26 по 28 августа в ауле Иконхалк пройдет праздник урожая Сабантой. Он будет приурочен к столетию Карачаева-Черкесии и 15-летию образования Ногайского района. Гостей праздника ждут народные спортивные игры, перетягивание каната, метание камня и другие, концерт мастеров искусств, смотр ногайских дворов, чествование тружеников сельского хозяйства, представителей интеллигенции, спортсменов, а также различные конкурсы и розыгрыши, в том числе будут разыграны лотереи. Билеты. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами до плюс 23. В течение суток 4 августа в южных районах высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 32 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежитие, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей. Автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21 17 25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты.
Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!